Так. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Тристан, мы продолжаем играть в игру под названием Peggle Plast, и сегодня мы с вами пройдем новую локацию, вернее, мы как, попытаемся сделать так, чтобы локация не была пройдена бы как, а на 3 звезды. Конечно же, уровни максимально усложнились, я вот сейчас только что поиграл в прошлые уровни, конечно же, это полная задница. Это то, что сейчас вот я говорю, это действительности, я не преувеличу, это реально полная задница. Но вот самый единственный персонаж, который мне больше нравится, это русалка. Вот она... Ой, ты сейчас осьминожка. Осьминожка, блин. Русалка. Блин, да что осьминожка, что русалка для меня одно и то же. Ай, блин. Нет, было, конечно, забавно послушать. Так, ладно. Ну-н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 у
Замечательно. Не просрись, пожалуйста. Не просрись, прошу. Горшочек, быстрей. Быстрей, горшочек, горшочек, горшочек. Хорош, но ты мастера не боишься, нифига. Так. Давай, 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 давай. Подлетай, подлетаем. Так, ну чё, как нам тут? Не, синий нам будет мешать 100 пудов. Так, красный нужно сбить обязательно. Только не вниз, только не вниз, не вниз. Тут какашка какая, а? Ну, ребят, ну это какашка реально еще та. О, зато активирован. О, слушайте. Слава богу, хоть есть доступ. Я надеюсь, что попаду. Ну-ну-ну-ну, наверх, 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 наверх. Собаки она такая. Ай, блин. Давай так. Ага. Ну-ну-ну-ну-ну. Да, вот вы представляете, это вот я так же пыжился, я так же проходил. Это реально мозголомка самая настоящая. А-а-а! Гляди-ка, ни хрена себе. Блин, вот меня всегда бесит. И отчасти это... Не знаю почему, но вот... Мне излишние переживания просто раздражают. Осталось одно, ну блин, ну потерпеть-то хотя бы, но я не знаю. Ну, проиграл и проиграл, и ладно. Почему герой должен такой... Одно осталось, одно осталось. Как страшно. Блин, вот мне немного тоже вот такое, знаете, излишнее паникерство не нравится. Хотя, с другой стороны, мне кажется, это направлено на то, чтобы... чтобы показать, что игра не бессердечная, она настроена, скажем так, содержит не только героев, но еще и, конечно же, их настоящие эмоции, что ли. Вот. О, я не знаю, как я умудрился, но я попал. Эй! В смысле? Я все попал, кроме красного. Что за фигня? Алло, гараж. Да ты какой кашон. Да ты вообще кашон, настоящий. Ой, ну-ну-ну-ну-ну, держись, держись, держись. О, хорош, змейка проехал. Не сохранил. А, зато у меня есть... Синяя только бандура мешает. Да хрен с ним. Нормально, нормально. Нормально! Ебой, хорошо. Ну, слушайте, 5. Синий, ты мне не нравишься. О, спасибо. Да что ты будешь делать? Ну все, теперь только полагаюсь на собственный случай, на свою интуицию. Как правильно мне нужно будет... Супер. Отлично. Не, фриболы мне нравятся. Вот, вот прям реально можно... Можно обзавестись только... О-о-о! Ну хорошо, сейчас здорово. Так, нет, желательно бы сейчас синий вывести из данного поля. Введи изображение. О-о-о! Есть! Супер! Дополнительный есть, отлично. Берем наверх. 21 уже есть, осталось 4 ровно. Так, ну... Нет, жалко. Жалко, жалко. Жалко, знаете, у кого? Правильно. У одного очень хорошего. Вернее, если будете обижать его, то тогда не очень хорошего животного.
Начинается на П, заканчивается на А. Да блин! Почему такая подстава под самый конец? Вы не можете без подстав обойтись? Да блин! Да как я такого... Я хотел пройти игру. Я хотел пройти так на расслабоне. Вот так вот взять и пройти эти уровни. А оказывается, нифига. Вы понимаете, что просто так ты их не пройдешь. Тебе даже игра говорит, что забудь о начальных левелах. Все, начальные левелы кончились. Это были игрушки. Все. Наша папка — это сейчас наша осьминожка. Вот. Это главное, надо еще вовремя так успеть. Хорош! Вот это было здорово. Это сейчас было красиво. Здорово, здорово, здорово. Отлично, отлично, отлично. Вперед, вперед. Ну. Ты что ж ты будешь делать? Ну что ты за... Ну что ж ты за кошелка такая? Так. Блин, а как сделать так, чтобы наш шарик покатился? Ну давай, давай, катись, 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 катись. Хорош, хорош, захватись. Захватился, ну ты вообще красавендра. Красавендра, ты еще та. Ну давай, 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 давай. Ну, не такого я исхода ожидал. Честно, не такого. Так. Ну. Отлично. Это просто сейчас замечательно было. Так. Ну чего? Скажешь сейчас на сей раз, на сей момент. Так. Фу. Козел. Так, ну смотрите, осталось 8. В принципе, чисто математически, мы можем вычислить, что... По идее, у нас осталось ровно 8 попыток для того, чтобы собрать весь... скажем так... все 25 красных блоков. Так, пока что все здорово. Мы не будем сейчас говорить, все у нас хорошо, потому что боимся сглазить, правильно? Вот. Так, потому я... Так, методично выбиваем каждую фигурку. Пожалуйста. Хоть как-нибудь. Ну! Есть! Отлично, сейчас осталось только как-нибудь красный вывести из игры. Да блин. Блин, неразумно поступил. А нет, смотрите-ка. Ну. Супер. Ну что, 2 звезды-то будет или нет? Ну-ка, 10 тысяч, так. И что, будет 2 звезды или нет? А, ты собака какая, ты не хочешь мне сдавать 1 звезду. То есть 2 звезды. Так, нет, неправильно, так нельзя. И что это такое? Что за безответственное отношение? Ты осьминожка какая. Мало того, что с золотым зубом ты находишься, ты еще и такая. Играю. Ха-ха-ха, я играю. Я буду на тобой играть, я на тобой буду стебаться. Потому что ты правильный лох. И ты сейчас пришел на несколько игр, чтобы вместе со мной поиграть, да? Ну, я так просто тебя, что называется, не отпущу. Это называется, это знаете, как баба-яга, да? Костяная нога. Золотым зубом, да? В рукавах. Да. Че сейчас только что сказал, непонятно. Ладно. Отлично. Промахом. Тотальным активировал. Вот это прикол. Есть! Фрибол! Супер! Отлично. Вот это то, чего мне нужно было на самом деле, потому что я хотел фрибол. О, супер, супер, отлично, 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 супер, здорово. Там все внизу, зараза. Ну ты какого ты хрена балансировал-то? Сраный ты стальной мячик. Ай, да. Вот, ребят, вот такими вот эмоциями я пыжился, проходил эти сраные, долбанные уровни. Потому что, сами понимаете, что невозможно без эмоций играть в эту игру. Да и вообще в любую игру без эмоций, как бы, тут делать нечего. Потому что, во-первых, ты просто, как говорится, себя не изводишь, а выводишь, называется...
Такая, чё-чё-чё, найс, найс, найс. Отлично, супер, методично. Выбиваем каждую фигурку. Пожалуйста, не изгаляться. Подходить ко мне. Да ты как? Тихо, 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 тихо. Пожалуйста, нет. Ну давай, 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 давай. Сараса, по-другому никак. Жди. Ну-ка. Есть! Супер! Вот это сейчас было круто, ребята! Ну давай, давай, давай! Две звезды, ну супер! Отлично! Хотя бы две звезды, вот это я понимаю, круть! Чуть-чуть не хватило до трех, и похрену, главное плюс один. Главное плюс один, это просто супер было сейчас только что. Вот это я понимаю, прям в девяточку, супер, вот это прям ехал шарик, как надо. Красавчик, фух. Вот это была нервотрепка, я вам хочу сказать, это было просто супер. Так, что ж нам сейчас на сей раз скажет? Ага. А, ну тут на самом деле изи. Хотя, может, и не изи. Посмотрим. Нам нужно как-то полукруги. Ага. Так, теперь переносимся вот сюда. Да, не сюда. Вот так вот, да. Так. Ага. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да ты тупой. Хорош, молодец. Правильно, так и надо. Ай-яй-яй, моя ошибка. Нормально, ладно, хорошо, норм. Надо было сначала вот эти вот полукруги убрать. Да, это моя ошибка сейчас была только что. Да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Точно. Блин. Ну ладно. Сейчас будем думать, как это все выводить с поля боя будем. Как говорится, система пиф-паф нам не подействует, увы. Хотя, слушайте, у нас тут есть... Есть, активировано. Да ты вообще... Да ты наглёшь. Да ты, миссис, наглёшь, что я хочу тебе сказать. Есть. О-о-о! Вот это... Вот это реально был лаки-бонус. Вот это я действительно соглашусь. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Хорош! Вот это я понимаю! Вот это я понимаю! Вот это я сейчас понимаю уже серьезно. Вот, вот, вот так бы всегда. Вот так бы всегда. Вот. Вот тогда бы реально было бы реально смысл есть играть. Нормально. Хорошо. Блин! А, нет, есть... А, нет, все, фух, все хорошо. Ну-ну-ну, последний. Да, супер. Отлично. Отлично. А, в тысячу попал, ну ладно. Ну, слушайте, здорово, я считаю. Две звезды тоже неплохо, я считаю. Как у нас было, так оно и осталось. Здорово. Давайте попробуем 33-й апгрейднуть. Блин, достаточно тяжелый уровень, хочу вам сказать. Так, 33-й левел, low tide. Не знаю, что такое tide, но low переводится как то ли медленный, то ли что. А нет, slow медленный. А low это типа недостаточный, недостаточная устойчивость, что ли. Не знаю, короче, как это переводить. Ну что ты цыкаешь мне, давай, помогай уж. Супер. Так, сейчас главное надо... Блин, бесит еще управление, потому что оно не всегда точно срабатывает. Ну, лонгшот хорошо. Найс. Здорово. Так, сейчас главное попасть. Нормально. Здорово. Попал. Здорово. Так.
Сейчас самое главное. О, здорово, так. Ну-ка. Попади, здорово. Попал. Не попал. Ну ладно, в данной ситуации как мы поступим. Но тут красный обязательно нужно уничтожать, потому что красный не уничтожаем, себе проблемы делаем. Найс! Конечно, найс, естественно, найс гель. Замечательное средство против ушибов и морщин. Вот это я понимаю. Вперед. Ча-ча-ча-ча-ча-ча. А ча-ча. Ча-ча-ча-ча. Да блин, ты сейчас серьезно, что ли? Есть! Так. Пожалуйста, нет! Мразь ты такая! Блин, вот если бы сейчас вот без вот этот вот не синий идиотский сраный шарик, я бы, возможно, прошел бы дальше. И боролся бы уже за более серьезные очки. То есть вы понимаете, что из-за одного сраного синего шарика мы потеряли шансы на победу. Это очень плохо. Это неправильно, это закон подлости. Такого быть не должно. Ну нельзя же так поступать. Просто, ну, брать и вот закон подлости, что называется, использовать под себя. Это как? Это как так можно? Если так вообще не можно. Ну, ребят, ну... Зачем так поступать? Вот это вот я не понимаю. Так. Пофигу. Так. Как быть лучше-то? Еще методично будет. Сбить сначала один. О, супер. Встал. Так, ну-ка не двигайся, я сказал. Не двигайся. Ты какой... Да ты пёс какой, а? Супер. Да ты пёс, ну ты слышь. Вот это был сейчас просто супершот. Да вы шо? Серьёзно надо мной? Серьёзно, что ли? Фрибол! Супер! О-хо-хо-хо! Вот это я понимаю. Это реально супер-бросок, я считаю. Вот это я понимаю, втопил. По-хорошему, да! Супер. А сейчас один остался. И сейчас самое главное. Концентрация. Победа! Так, ну что, интересно, что сейчас будет? Ага, да, супер, отлично. Ну что, 100 тысяч, давай. Вот 3 звезды. Вот, пожалуйста, все. Реабилитировались за прошлые разы. Вы не представляете, как я за кадром эти уровни проходил. Я просто не находил своего... Так, 34-й. Ну давайте, ладно, 34-й у нас уже на 3 звезды пройден. Но давайте ради интереса пройдем его еще разок. Итак, Крэбби. Какой-то крабик у нас. Да, у нас своими пинцерсами, да. По-английски это клешни, да, пинцеры. Лонгшот у нас с вами, дорогие друзья. Это просто, я считаю, заглядение. Ча-ча-ча, согласен. Найс. Хорошо. Слушайте, у нас... Но что не лонгшот, то сказка. Эй! Ты нафига сбил меня с верного пути, а? Отлично. Не-не-не, сейчас ты не должен сейчас меня сбить. Да ты какой назойливый дурак. Ай, блин. А там красный остался, блин, воденёшенник бедный. Есть. Так, нужно чуть-чуть вверх взять. Да. Вот, отлично. Так, теперь нам надо каким-то чудеснейшим образом, каким-то макаром выводить мяч в середину поля. Блин, хренительно, конечно, это сделано. Ну ладно. Так, 5.
Блин, я не понимаю, как я в прошлый раз прошел его на 3 звезды. Наверное, я был в состоянии полной эйфории, что умудрился пройти аж на 3 звезды. Блин! Не, ребят, мы должны пройти этот уровень. 3 звезды должны как-то нас украшать с вами. Блин, я не помню, как я его проходил. Я как-то прошел этот уровень на 3 звезды. Я не понимаю, как я это сделал. Не, ребят, надо подумать. Что-то мне кажется, что я то ли... А, смотрите-ка. Тут у нас... А, чувак. Да-да-да-да-да-да. О, хорош. Сейчас вовремя было. Есть. Тьфу. Блин, косяк. Так. Вот, блин, вот если бы прям вот на миллиметрик. Еще. Было бы просто замечательно. Блин, зачем ты оставляешь? Жалко. Не, на самом деле, вот реально, шансы на победу, они есть. Это не порой из-за тупой невнимательности, из-за того, что вот двигается этот сраный гребаный горшок. Потому что этот горшок, по сути, он служит, самой настоящей спасительницей для... Так, не подвел, молодец. Ну давай, и здесь не подведи. Да, фрибол, замечательно. Так, теперь нам нужно... Супер. Не, а зачем смысл-то какой? Если все равно будет открываться, закрываться и так далее. Не-не-не. Давай. Ну ладно, окей, хорошо. Да, супер. Есть! Вот это было сейчас... Вот это сейчас было красиво, ребята. Давай-давай-давай. Супер. Ну что? Давай отсюда. Ой, еще как сделал вообще клево, вот это я понимаю. Красота, вот это здорово. Так, ну что, давай-ка. Как-нибудь. Ай, блин, чуть-чуть не хватило, да-да-да-да-да. Так, как же нам с вами-то... Есть, хорошо. Это нормально. Это сейчас вот здорово было. Ребята, это сейчас будет вообще круто, смотрите. Этот момент, он настал. Ну. Уровень пройден. Ну что, на 100 тысяч ты поднимешь? Ну. Ты собака какая, не поднял. Заметь, ты под пожемотничал, ты вообще говна кусок. Ладно. Ага, чича, но 3 звезды. До, как до этого, так и сейчас. Ну что, ладно, идем дальше. 35 уровень. 1 звезда. Депхарже. Понятно. Блин, этот уровень меня реально бесил, потому что я его реально не мог пройти. Я его каким-то чудеснейшим образом прошел, ну... Раз из так... Десятого так точно. И то не сразу. То есть вы можете себе представить, над этим уровнем я еще больше дрочился, нежели чем над остальными. Потому что остальные реально как-то проще были. Тот же наш с вами единорожек любимый, да? Который... Не Фнорд, Фьорд. Вот, Фьорд, точно. Фьорд вообще был изящным. Ну, единственное, только начало, да, выдалось нам не очень. Но тем не менее, он был реально изящным. Джимми тоже отличался... Изергольд. Полной игрой, хорошей, здоровской. Вот. Касаемо... кого там? Русалки или кого там? Ага. Так. Отлично. Есть. Супер. Вот это сейчас было... Сейчас было реально красиво. Так. О! Вот это шикардосный просто бросок был.
Отлично. Ча-ча-ча. Найс. Найс, Кен. Ну чего? Давай. А, все что ли? Хо-хо-хо-хо! Вот это сейчас было реально красиво. Ну слушай. Это... Ладно, так, 2 звезды. А до этого сколько было? А, до этого было 3 звезды. Ну ладно. О, нет, смотрите-ка, была одна. О-о-о, так мы его превзошли. Нифига себе. То есть еще чуть-чуть. Anchors of Age. Ага. Айвейгх, понятно. А, шафу. Терпеть этот шафу-лтай не могу. Это зараза, долбанный рандом, который я терпеть не могу. Вообще, слово рандом в любой игре является само по себе таким противным словом. А знаете почему? Потому что ты не предполагаешь, какие фигуры уберут. Это раз. Во-вторых, ты просто, знаешь, играешь против всех и против своей интуиции. Ты просто чисто надеешься на удачу. Хотя, я считаю, это неправильно. И здесь физика просто реально лагучая. Я терпеть не могу, когда вот такая вот физика в игре. Своеобразная. Ты сидишь, охреневаешь от того, какая физика в этой игре. Это просто ужас. Тут плакать надо. Нужно сказать организаторам огромное спасибо в кавычках за такую вот идиотскую физику. Мячик стоит. Блин, какого хрена мячик должен стоять? Он должен падать. На шарике стоит долгое время. Нахрена? Запомните, шарик должен падать. Не нужно нам тут какого-то велосипеда изобретать. Ну чего? Смотрите-ка, без этих, без зеленых. Энергетик. Смотрите-ка, без зеленых почему-то мы обходимся с вами. Это не есть хорошо. Да ёпрасоте. Так, осталось 4 шарика, мы должны каким-то чудеснейшим макаром. Так, здорово. Не-н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 е
сейчас как раз от меня рандом здорово. Тум. Блин, два босса осталось. Ты издеваешься сейчас? Какого хрена ты сейчас мне в жопу леса засовываешь, идиот? Ты говна. Ну ты говна кусок, ну ты слышишь. Это вообще было... Это было реально по-ужасному сделано. 700 тысяч? А каким чудеснейшим образом у меня получилось 700 тысяч? Каким? Ребят, вот это вот тот случай, когда я сам охренел и не понял. Как? Ага. Так, ну нам нужно эти самые шарики дропнуть. Так, возникает вопрос, как мы должны это сделать. У нас нет оранжевых шариков, но у нас есть с вами логика. Как мы должны это, собственно, сделать? Ну, давайте подумаем. Может, какие-то уступы для этого есть или еще чего-то. Потому что, как мне кажется, что нужно опереться вот на вот этот вот ближний шарик. Да-да-да-да-да. Потом отсюда. Немножко уже не туда, ну ладно. Хотя бы попытались. Только игру сломали. Блин, мы с вами любители это делать. Ну-н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 у. Хорош, это сейчас было в тему. Это сейчас было реально в тему. Здорово. Здорово. Активи. Вот это сейчас активация была реально. Нет, пожалуйста, нет. У меня сейчас только что был прелестный шанс. Во, супер. Так, нам надо сейчас как-то это все протолкнуть. Так, ну, смотрите-ка. Есть. Ты, здорово. Классно. Каким мы должны чудесничать сейчас с Макаром? Блин. Вот сейчас здесь вообще не в тему. Абсолютно. Здорово.
Блин, сам себя, что называется, поставил в тупик сейчас. Сейчас было просто реально здорово. Сейчас реально был у меня шанс здоровский. Хотя он, может, и остается, смотрите-ка. Блин, сейчас, в принципе... О! Эй! Эй! Это что за правила физики, алло? Ты специально... Ты говно какой! Ты еще и триганишь по отношению ко мне! Ты что, идиот-то совсем, а? Ты охренел совсем, идиотина! Кошмар! Да ты интриганистый идиот, я тебе так скажу. Нет, success нет, на одну звезду нам не пойдет. Хотя бы апгрейд должен быть не дизмораль или там... хоть апгрейд, а не даунгрейд должен быть, вот. Так, значит, смотрите-ка. О, сразу, супер. Так, сейчас нам надо с вами... А я сейчас предлагаю иной путь сейчас проделать. Это все сейчас сломать, смотрите-ка. Угу. Так. Сейчас все ломаем для первого. С вторым будет... С остальными будет немножечко попроще, потому что у нас есть зарывистые линии. Да. Хотел сказать... линии. Ладно. Хорошо. Мне кажется, здесь главный секрет — это то, что мы должны с вами шарики уничтожать, потому что шарики по-любому будут мешать прохождению уровня. Так, теперь нам надо как-то это все заблагоразумить. Тум, промах. Ну ладно. Так, у нас есть прелестный сейчас шанс. Что сделать? Да? Ой, почти. Вот сейчас действительно здесь нужно реально кое-что хорошее сейчас сделать. Это сейчас вот это реально будет плохо, если... Так. А теперь думаем, как... Супер! Здорово. Чего, будет у нас без звезды-то или нет? Ай, не принимает. Ну ладно, хрен с тобой. Не принимает две звезды, жалко. Ну ладно, так, значит, смотрите-ка. У нас с вами какая была сейчас задача. Если мы видим подобную картину, то что в первую очередь мы должны с вами сделать? Конечно же, открыть внешку, потому что... от внешки все, что называется, и поганое исходит. И по идее мы должны сейчас, в принципе, все, что называется, ломать. Найс, да? Найс, замечательно. О! Это было сейчас вовремя сделано. Отлично. Ту! Блин. Косяк. Так, ну сейчас тогда нам надо... Это сейчас здорово было. Нет, пожалуйста. То, что по центру стоит, это полная жопа. Ее трогать лучше нельзя. Иначе будут плохие последствия. Блин. Нет, отключись быстро. Так, вернулся. Что ж так? Вот физика в этой просто игре, это вообще ужас какой-то. Невозможно повернуть нормально вот эту вот щупальцу. Гадкую невозможную щупальцу. Она реально не подвластна контейчту палец. Ай, конечно. Так, ну сейчас давайте... Что мы сделаем? Угу. А, смотри-ка. Фрибол. Отлично. Orange Attacks. Так, ну смотрите-ка. Что мы делаем для начала? Ну, во-первых, конечно же... Используем, блин, вот это вот. Потом используем перелет. Оп. И выключаем вот это вот. Куда? Хорош. Сейчас нам главное
не провафлиться, потому что провафлимся, будет полнейший капец. Ой. Вот, ребят, вот ненавижу моменты, когда из-за этих сраных четырех мечей такие вот неожиданные неприятные стону. Ребят, вот физика все портит. Вот все было хорошо до того момента, пока вот этот вот хренобобель все не испортил. Ну это как так? Сраный гребаный рандом все портит, ребята. И рандом, и физика, и все. Ну то есть физика здесь абсолютно в данной ситуации. То есть не воспользуйся просто так законами физики. Они идут против тебя. Да. Я что-то понять не могу. То есть я уже сейчас проиграю левел экстерном? Или что? Что происходит? Со мной такого реально не было, ребят. Это как? Это как понимать? Я надеюсь, сейчас... Есть фрибол. Подъезжай. Супер. Вот это сейчас было здорово. Это сейчас было реально красиво. Так, ну ладно, давайте попробуем. Ну давай, 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 давай. Жалко. Ну ладно, так, давайте-ка тогда. Угу. Реально физика все прям портит, ребята. Физика прям в этой игре все портит. Игра сама построена великолепно, но физика, ребята, полный отстой. Потому что невозможно сделать так, чтобы пальцы полюбила данная игра, потому что вот игра реально идет против пальцев. Это реально плохо. Я не могу играть, когда я вижу такую подобную картину. Вы понимаете, да, о чем я? Когда игра не наделяется любовью к пальцам, это уже говорит о том, что все, ты обречен заранее на поражение. Потому что если игра не любит пальцы, значит, ты впоследствии не будешь любить игру. Ха, слушайте, а я человек-логик. Что со мной такое происходит? Либо это я стал лучше играть, либо что. Не знаю. Пока я звездел, сейчас пока что не дозвездел, слава тебе, Господи, я уже, что называется, все тут вычищаю. Ну-ну-ну-ну, подлови! Зараза, ну ладно. Здорово, хорошо, хоть мячик мы с вами сохранили. Так. О, отлично. Итак, сейчас нам надо с вами обязательно. Вот просто обязательно. Ага. Супер. Нет, это было сейчас вот нельзя. Держись, держись. Подожди. Так. Ага. Так, ага. Так. Так. И... Фу, да. Супер. А, жалко. Ну ладно. Зато 25 из 25. Ну чего, получается? Да, конечно, получается. Но этого, конечно, недостаточно, чтобы получить... Высокий уровень. Так, мы какой с вами прошли? 38-й, да? Сейчас идет у нас 39-й. Да. Ребят, вот... Я никогда не думал, что игра будет вот разворачиваться вот в таком вот ключе. Да, этот же левел просто ужас. Смотрите-ка. Вот эти вот perhaps полные причем, да? Ужас. Угу. Стоп. Есть. Хорошо. Чем ровнее ты делаешь, тем лучше летит шарик. Это было сейчас здорово. Отлично. Отлично. Тихо. Блин! Нет! Вот это сейчас было нельзя было упускать, ребята. Так. Еще. Так. Здорово. Пусти сниз.
Вниз опустись быстро. И последний, давай, рывок. Давай, 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 есть. Супер. Три звезды. Да ладно, три звезды за этот левел. Капец, вот это сейчас было просто мощно. Три звезды сразу автоматически, вот это я понимаю. Ребят, если бы вы видели мою физиономию, когда я это проходил в первый раз, вы бы реально, наверное, думали, сейчас бы стонали. Думаете, господи, бедный Тристан, ты это все проходишь для чего? Ребят, ну, для, во-первых, ностальгии, конечно же, потому что я в эту игру ранее играл. Она, кстати, по-моему, есть и в компьютерной версии. По-моему, она даже лучше намного и сделана как-то... Не знаю почему. Весом, да, а весом. А весом, сом, 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 сом. Давай, 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 давай. Хорошо. Только не вниз, пожалуйста, не вниз. О, это сейчас было шикарно, ребята. Так, нам надо продлевать обязательно. Так. Ага. Угу. Вот шарики как-то лучше поддаются, чем блоки, потому что вот ненавижу блоки, которые реально не поддаются вот таким вот красивым нашим щупальцам. Да? Осьминожьим. Ну-ну-ну, вверх, 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 вверх. Хорош! Фрибол! Это было. Вот сейчас было это в тему. Это сейчас было реально серьезно в тему. Так, ну вот, так, нам нужно сейчас сюда направить. А почему? А потому что, как говорится, направляемся сюда, чтобы эти все красные уничтожить, да? А потом, а хрен его знает. Так, блин. А, слушайте, я не знаю, как лучше-то будет. Блин. Ладно, окей, давайте сейчас попробуем, знаете, как поступить с вами. Так, в солнце мы не будем, потому что солнце у нас горячее. Блин. Это капец, реально нервотрепка. Прям в самый последний момент. В очень важный игровой момент, ребята. Супер. Итак. И давай. Есть. Рывок. Здоровский. Да, три звезды. А, подождите-ка, мы с вами, по-моему, на три звезды и проходили, если мне память не изменяет, да? Или это три звезды мы сейчас только что получили? Ребят, это какая-то реально просто игра открытий. Трехзвездочных уровней. Так, знаете что? Я бы, наверное, сейчас бы взял сразу автомат щупальца. Почему? Потому что... Нормально. Это было сейчас здорово. Ага. Так. Угу. Подожди. Здорово. И вообще, знаете, какой у меня план действий сейчас был? У меня план действий, знаете, какой был сейчас, вот только что? Не, ну это реально было здорово. Да, это действительно найс. Сейчас нам надо с вами... Так, куда? Нормально. Нормуль-горгуль. Это сейчас было реально здорово. Это не кринжово. Не кринжопно. Так. Нормально. Хорошо. Вообще, гуд. Смотрите-ка.
А, целых 7 у нас осталось, ну супер. Так, нам надо сейчас грамотно правильно использовать. Ага. Тум, использовали. Использовали, называется, да? По прямому назначению. Вот блин, а? О, хорошо. Ну, это нечестно, это реально против законов физики все действует. Вот все игры против законов физики все действует. Ой, жалко, конечно. О! Да что такое? Без слез на это все не взглянешь. Тьфу. Что такое? Да как я мог промахнуться мимо горшка? Я вот этого понять не могу. Все было идеально. Даже слишком. Эти два красных сраных шарика просто не позволили мне сейчас выиграть игру. Представляете? Какие-то два красных милипиздрючных шарика просто взяли и вот, не дали мне никакой возможности просто выиграть игру. Это как? Ну, ребят, это вот, это нечестно, я считаю. Законы физики, физика здесь отстойная, но графика не отстойная, но персонажи не отстойные, но, блин, здесь портит физика и не любовь к пальцам, потому что ты сидишь и страдаешь, потому что здесь реально без страданий на это все реально здраво не взглянешь, потому что невозможно на это все смотреть спокойно. Я бы сейчас тебе рекомендовал бы не так не звездеть, потому что ты у нас такая на вся на веселе, а я есть такой напряги. Снегурочка. Ой, русалочка. Вот, то есть осьминожка. Осьминожка. О, точно. Я не забыл, как называется этот моллюск женского пола. Осьминожка, да, действительно. Осьминожка, здоровская, да. Которая, конечно же, просто сейчас вот нам дарит хорошее настроение, да, бодрость духа. Мы сейчас выиграем. Вот опять, вот знаете, когда ты сидишь и пытаешься просто подчинить свои пальцы под вот эту вот сраную, абсолютно никчемную физику в этой игре, это вообще жесть. Это просто ужас. Дикий ужас. 3 balls left. Да блин! Это подстава была, ребят. Это было подставно. Это была подстава дикая, по-настоящему ужасная. Так. Главное сейчас теперь не скучнеть, ребята. Тум! Да блин. Сейчас главное попасть, ребят. Промазал! Как я так умудрился это сделать? Промазал! Ты сейчас реально кринжуй. Упади. Неужели не дочтут уровень? Зачли, здорово. Вот сейчас у меня чуть сердце в пятки не ушло. Игра. Ты меня так больше не пугай. Я чуть реально не кринжанул с этого момента. Snookering. Блин, по-моему, такой уже был. Блин, он уже был! А я выйти не могу, потому что мне засчитают поражение. Ну ладно, раз мы уже здесь, давайте снова помучимся. Мы же любим себя мучить, да? Вообще, у меня что было изначально? Я вообще думал, что в первую очередь нужно уничтожить вот эти вот плоские фигуры. Плоские линии, которые мешают, собственно, двигаться, да? Конечно же, хотелось бы от этого всего избавиться. Потому что, понятное дело,
Да. Слушайте, мы так, походу, и застрянем на всех уровнях, и до Фнорда не дойдем. Жестокосердного брата Фьорда, да? Нашего единорога. Нормально. Это еще вдвойне сохранение шара. Замечательно. Так, ну ладно, давай. Хорошо. Идем. Блин, по траектории немножко, что называется, перекосожопил. Окей. О, хорош. Да что такое? Самое удивительное, это то, что шарик летит во все шары, кроме красных. Это вот, это как вот? Ребят, вы можете мне сказать, как это объяснить? Мало того, что ты просто стоишь, сидишь, пыжишься, называется, целишься во все, что называется, по всем... Ну ладно, окей. Пожалуйста, нет. Ну, сейчас я реально поторопился, ребят. Я тебе дам проиграю сейчас. Почти 2 звезды, прикинь. Ну ладно, next, хорошо. 42-й мы поняли, что уже прошли. Фу, это реально было нервотрепесто. Кошмар. Volcanic Vent, блин. Ой, я это вообще терпеть не могу, когда 5 красных, вернее, огненных этих сраных круглых шаров просто реально тебе мешает двигаться. Хорошо. Нормально. Ай, жалко. Так, хорошо. Хорошо. Замечательно. Вообще классно. Тихо. Ай, провалил. Прожопил. Поджопил чуть-чуть. Так, ну-ка здесь. Замечательно. Ах ты ж, блин. Вот ты жопа какая. Ах ты жопа сраная. Да как ты посмел? Еще красные шары не дать мне возможность. Ой, конечно, да. Давай еще проиграем еще по-красивому, да? Вообще будет классно. Здорово. Успели. Так, их сейчас нужно обязательно. Нет! Я хотел все щупальцами все снять. Ну ладно. Ну, согласитесь, эти уровни реально просто вот жесткие. Жесткие в плане того, что физика здесь жопа. Проиграть вероятность большая. Это тупо невнимательно, что называется, целишься. Хотя при этом, блин... А знаете, почему ты невнимательно целишься? Потому что ты целишься во все шары, кроме красных. И это обидно, чудовищно, когда у тебя задание снести 25 шаров красных с поля боя. Это вообще ужас. Ты просто кринжуешь по этому поводу. Это ужас. Так нельзя. Молодые люди, когда играете в эту игру, да и девчонки тоже, обращайте внимание, какую степень кринжопости вы можете увидеть. Да ты сдеваешь сейчас. Я сраный красный шар потратил только на этого идиота.
Нет. А хотя попытка была хорошая, ребята, согласитесь. Сейчас самое главное. Так, ну давайте, знаете, как сейчас сделаем? Уйди. Тум. С хорошим моментом... Хотел... Это хороший хавдер... Эй! Это вообще кошмар. Полный просер. Ну это вообще жесть. Вот вы понимаете? Невозможно играть, когда перед тобой вот такие вот... Ужасные... Бестолковые... Дрёна Батоныч, ужасно. Ты бьёшь просто по всем фронтам. Нужно. Замечательно. Хорошо. Так, тихо. Ну, согласитесь, это выглядит более как-то менее. То есть, главное еще правильно устанавливать положение мяча. То есть, вернее, положение... Щупальца с дыркой или как-то так вот. А, шарик глотателя, во, точно. Шарик толкателя и шарик глотателя, во. Вообще здорово. Сказанул сейчас. Угу. Нет. Ай, блин. Сейчас как-то через дебри в первую очередь нужно будет этот красный шарик как-то выковыривать, потому что... Потому что... Полная задница, конечно, будет, если... Тум. Чуть-чуть не дошел. Не допелся. Супер. Да, здорово. А, на одну звезду мы прошли. Жалко, конечно. Но тем не менее. Эта игра, этот раунд заслуживает просто полного ужаса. Ну ладно, ребята. Идем с вами дальше. Следующий уровень. Скалд. Скалд. Замечательно. Итак, значит, мы парусим или там как... Блин, вот это что такое? Вот, ребят, вот вы понимаете, что происходит? У меня снижается количество FPS. Когда двигаются рыбки. Это как? У меня снижается количество FPS из-за рыбок, которые двигаются. Казалось бы, двигаются, но никаких признаков какого-то отклонения не подают. Все понимаете? Отлично. О. Здорово. Туп.
Нужно еще при этом в тайминг попадать, прикиньте. Да блин, это нечестно. Ай! Да блин! Пожалуйста, нет, пожалуйста, нет, нет, пожалуйста, нет! Нет, пожалуйста, нет, 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 нет. Да ты срань какая-то! Да ты говна кусок, ты все испортил! Ты мне испоганил все шансы на победу! Вот это реально было обидное поражение. Вот самое обидное, которое я здесь видел. Вы, которые могли лицезреть сами. Напишите свои идеи в комментариях по поводу этого тихого ужаса. Вот вы наблюдаете то, какое количество здесь FPS снижается. Ужас! Рыбки двигаются со скоростью, наверное, 10 FPS в секунду. Это вообще ужас. Это какой-то угар. Это вообще ужас. Полный причем ужас. Это полный трындец. Это кринжас полный, ребят. В данной ситуации описать иных слов я не могу. Да ты издеваешься сейчас надо мной. Физика? Ты сейчас надо мной издеваешься или как? Ребят. Я еле-еле держусь. Я этот ролик разделю на две части. Почему? Потому что я не хочу, чтобы вы смотрели сейчас час моих страданий. Это реально страдания. Это вообще ужас какой-то. Ну это как? Я реально... Ребят, физика здесь реально против меня действует. Она должна быть за меня, а не против. Я считаю, что закон Ома здесь не должен присутствовать в этой игре. Он не должен... Я считаю, что я противник вообще любых законов. Вернее, противник только физических законов, законов физики. Вот законы физики здесь не должны действовать никоим разом. Здесь должен быть закон логики исключительно. Так. Сейчас главное не гудсмить, ребята. Сейчас главное себя держим в руках. Пожалуйста, русал... осьминожка, не смейся. Сейчас... мне реально сейчас плохо станет. Пожалуйста, тихо. Есть! Есть! Это сейчас было тихо, 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 в дырочку, сейчас в дырочку.
Пожалуйста, уйди. Уйди, Христа ради. Нет! Да. Классно, ребята. Ha ha ha!
Итак, ребята, еще две попытки. Если я с двух попыток не прохожу этот уровень, данную серию можно считать незаконченной, и я даю себе время на то, чтобы допройти в следующей серии оставшиеся два уровня из серии «Русалки». Вот, поэтому, как говорится, если вы хотите, чтобы я более-менее как-то осознанно без нервов все членораздельно комментировал, пожалуйста, пишем об этом в комментариях. И, конечно же, если есть какие-то у вас еще идеи по поводу новых роликов, пишите также. Буду очень рад каждому вашему комментарию. Thank you.
Пожалуйста, одна звезда, пожалуйста. Вот это... Нет, я тебя видеть не хочу больше. Иди в жопу, короче. Ты все мои мозги выпотрошила. Октопус, ты тупая, блин. Ринконфайр, не хочу, Ринконфайр, не хочу. Пожалуйста. Без Ринконфайра, пожалуйста. Блин, ладно. Супер. Так, первый прошли. Самое тяжелое, это, наверное, это Фнорд. Фу, если мы пройдем это, мы будем считаться избранными людьми. Я не знаю, каким образом, но тем не менее. Так, ладно, окей, хорошо. Thank you.
Фу. Так, самый тяжелый уровень. Фнорд. Ненавистный. Горячий. Жестокий. Жестокосердный. Вот показывает мне монетку с жопой лошади. Естественно, я... Дайте это в жопу. Хорош, хорош, хорош. Прекращай, прекращай. Все. Вообще жесть, а? Ну, обнаглел, а? Вот этого Фнорда будет проучить обязательно. Я думаю, что он он не уйдет от такого поступка. Блин. Вот это вот нечестно, я считаю. О. Тихо. Отлично. Так, ну и мой последний. Все. Все, победа. Ну что, все? You won. Ты выиграл. Это была охренительно тяжелая игра Peggle Plast. Ребята, я разделю этот ролик на две части. Вы не обижайтесь, но это просто жесть какая-то. Я не знаю, как я, через какие дебри я это все проходил, каким это все образом я проходил, ну ладно. Пройдем это все в следующем видео. У нас ждет красивый павлинчик, который, конечно же, добрыми глазами и добрым клювом нас, что называется, ждет в следующий раз. А пока что подписывайтесь на канал. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. А также в них пишем обзор на какие еще игры вы хотели бы увидеть лично от меня. Всем большое спасибо. Будьте здоровы, будьте счастливы. Не болейте. Играйте в Peggle Plast. И радуйтесь жизни. Всего доброго. Увидимся. Пока.